Доброго времени суток, уважаемые родители! Сегодня я хочу вам продемонстрировать демо-урок. Итак, нужно скачать программу Skype. Сегодня мы будем проводить урок с Ярославом, и сейчас я готовлюсь к звонку. Все, готов? Да. Хорошо ты меня слышно? Ага. Hello. Hello. How are you today? I'm fine, thanks. How was the weather today? Yes. What is? Yes. How was the weather? Is it cloudy today? Yes. А, яблоко. Яблоко. Так, какой правильный ответ? Carrot, pineapple, apple or peach? Видишь, там под цифрками написано? Apple. Apple. Mm-hmm. Okay, next picture. What is it? Carrot. Carrot. Good job. Right. So, next picture. Давай повторим все буквы. Хорошо? Да. Итак, видишь картиночку красивую? Да. Так. Первое у нас... Что? Здесь нужно читать слова. Да. Будет читать. Давай мы с тобой вспомним, что в первом столбике в закрытом слоге буковка «э» читается как звук «э». Во втором столбике буковка «и» читается как звук «э», только краткий. В третьем столбике, где у нас червячок нарисован, читается как звук «и». В четвертом как «о». И в пятом как краткий звук «а». Давай попробуешь сам прочитать все. Hat. Bat. Нет. Bat. У нас звук «э». Hat. Bat. Bat. Cat. Set. Cat. 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 Не спеши. Hen. Ten. Den. Dead. Ben. Bed. Bent. Bend, 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 sit, beat, hit, his, is, it, hits, sits, sits. Готово. Следующий. Mom, Tom, tot, hot, tot, hot,